Всем привет! В эфире самая точная программа о футболе. И сегодня, традиционно эту программу для вас ведут Александр Фирсов и... Игорь Белоногов. Всем привет, дорогие друзья! И сегодня у нас будет очень-очень интересный и очень напряженный матч. Это Челси против Атлетика. А вернее, наверное, наоборот. Да? Атлетика-Челси все-таки он заявлен? Ну да, первый матч испанская команда дома будет проводить. Да, у нас вновь Лига Чемпионов, самый лучший турнир на планете Земля. Вот. И как игнорировать такие матчи? Поэтому мы решили сделать прогноз именно на эту игру. По коэффициентам надо пробежаться, да? Да, по коэффициентам фаворитом здесь является Атлетика. Да, дают на них так 2.73 1x ставка. Ну давай округлим до 2.8, наверное, будет вот так вот максимально правильно сказать, в то время как на Челси дают ну чуть больше, чем 2.9, если так, в принципе, округлять общие КФы. Ну и на ничью у нас традиционно как бы самый большой коэффициент — это 3 ровно. Ну то есть, в принципе, у нас та ситуация, когда все три коэффициента очень близко друг к другу расположены. То есть нет такого, что 1.5 против 4.5, например. Ну да, очевидно, что две равные команды. Тем интереснее, собственно, играть и прогнозировать нам эту встречу. Вот, поэтому ну, надо, наверное, уже переходить к самому матчу. Поэтому, да, увидимся на поле. Да. Ну что, начинаем матч. Первый баскетбол ногой, так сказать, состоялся. Так, пока все летят на мяча. Это нормальная рабочая схема. Вот еще один, да, молодцы. Ага. Ого. Ты вот так вот решил сразу взяться, да? Не-не-не-не, тебе показалось. Ага. Да не, по-моему, не показалось. Да не-не-не, это шутка. Это шутка, юмор! Ну, конечно, полутораметровый чел в верховую борьбу побежал. Самый нужный там. Хорошо. Не-не-не, неплохо, на самом деле. Что так ходил? Так, ты сломался от собственного удара. Он тоже. Слушай, ну... Штрафной такой прям... Сразу. Так, вот давай я вот этого слова добью. Честно. Ну, видишь, он стоит, просто ничего не может сделать. Он прав. Не, ну, пусть стоит. Надо. Да ты как... Этот и другие смешные звуки можно скачать по ссылке в описании. Вы что, издеваетесь? Да. А, да? Все. Я просто не понял сразу. Так, ну чё? Пару моментов уже было, толку от этого ноль. Пока что, правильно. Ничего неправильно, не надо так. Ты хорош. А, понимаю, да? Ты такой... А можно у меня кто-нибудь будет бегать чуть-чуть быстрее, чем бабушка с палочкой? Снимаем, хорошо, и вот сюда. Вот там же... Ребят, да. А это потому, что там офсайд должен был быть. Ага. Это боженька тебя наказал. Все, понял. Каюсь, тогда каюсь. Каю. Кого ты там каешь? Еще один центр. Да, ребят. Все хорошо. Ладно. Понял? Спасибо. Они еще раз душ травить собираются. Нет гола. Ну. Ровно, прям. Perfect. А захочешь, так не положишь, да, на самом деле. Согласен. Согласен. Ну, слушай, можно уже и свистеть, наверное. Думаешь? Что-то там вряд ли мне дадут. Вот сейчас. Ну вот сейчас я выбью и буду. И вот сейчас можно. Да. Так, ну что, первый тайм у нас завершен. Нули на табло. Хотя у меня есть вопросы, конечно. По этим нулям? Да. А, один удар в створ. Нет вопросов, все. Стата равная получается. У меня ваншот, ванкил, понял? Ну вот, 100% это. Одна травма. А, у меня углового-то не было, я же что-то в голове держу, что он должен был быть.
Ну нет, тут по владению прям, конечно, переигрываешь ты меня в разы. Да, но ты грубишь больше. Прям. Ну, ты... бывает. Да. Ну ладно, счет-то на табло, это самое главное. Да, поехали. Поехали. Продолжаем. И вот ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вот он прибежал с желтой карточки, да, такой? Я даже уже не начинаю реагировать на эти удары отсюда. Потому что, ну, сочи. Да. Оп. Оп. Вставай уже. Ла-лай-лай. Иди отсюда. Ну вот, ну, ага, нет, ага. Нет, есть. Нет, нет. Я тебя ненавижу. Команда Атлетика. Тяжело атлетика или легкая атлетика? Ох, как эффектно-то было. Слушай, ну первый хороший сейф, на самом деле, за весь матч. Это второй удар в створ. Ну сейф-то хороший, да. Согласись. Да. Хорошо. Если ты сейчас забьешь... Ну, нет. А! Это свисти, было... пожалуйста. Это было бы совсем уже... Смешно. Да, я бы очень... Мне кажется, джойстик бы в камеру эффектно полетел. Это был сейф тысячелетия, по-моему. Ну, 78-я. Это, ну, должно было. Ему плохо. Ему, по-моему, хорошо наоборот. Потому что сверхзащитный стоит. Я так и понял. Тоже можешь поставить. Это самая атакующая тактика в современном футболе. В современном компьютерном футболе. Компьютерном футболе, да. Ну как компьютер? В целом нужен киберспорт, мне кажется. Спорт для ЭВМ. Угу. Я понял, знаешь что? Угу. Что мы опять не выбрали мяч. Так и так прекрасно мечтаем. Все та же камера. От КамАЗа. От футбольного. Нет же. Нет же! Да. Расстроились. Да. Я тоже расстроен, на самом деле, потому что, слушай, блин, прям так везло-везло. Оп. Живем-живем. Так, ну что, 2-0 у нас в целом. Мне вот сейчас душевное равновесие и спокойствие. У меня? Так, все. Все, да? Матч закончен. Все, 2-0. Да. Перейдем к результату. К статистике, да? 15. 15 угу. Ударов. Так, да, 69 владения. Хорошая команда Атлетика. Да, бьют неплохо. Да. Но с реализацией... Конечно. Нет, бьют много, но и бьют плохо. 33%. Слушай, ну 100% реализация ударов у Челси. Да, удар, я в целом понял, на что ты рассчитывал. То есть два удара, два гола. Но... Да, ну у тебя, оказывается, вратарь был. Я что-то как... Да, я выпустил. Я выпустил, да, я просто, ну, думаю, удивлю тебя немножечко. Так, ну что, отбор мяча ровно, ты грубиян. Ну, это само собой. Ну, это, кстати, в принципе, свойственно Челси. Угу. Набирать по парочке нарушений за матч. Ну что, вот такой вот у нас исход матча. Вот такой вот у нас выдался матч. Да, 2-0 победа. Атлетико Мадрид, наш прогноз. Который, давай еще раз вспомним, играет все-таки номинально дома. Да, несмотря на то, что дома. Матч на нейтральном стадионе. Да, в Бухаресте пройдет игра, собственно, как и матч другой английской команды Ливерпуля. Ну, то есть коронавирус, там все такое. Часть нашей жизни. Ну что ж, да, 2-0. Победа Атлетика в первом матче. Ну а, собственно, наверное, надо уже закругляться, прощаться. Да, надо просто сказать, кто еще раз для вас эту программу вели. Ее вели Александр Фирсов и... Игорь Белоногов, да. Это была программа FIFA прогноз. Увидимся. Пока-пока.